это песня «Мои обо мне никто не расскажет». Да, вот, соответственно, первая песня. Если бы меня, наверное, спросили, чем я вообще занимаюсь, ну вот как я могу охарактеризовать свое творчество, наверное, я бы не стал ничего говорить и сыграл эту песню. Вот. Ну, собственно говоря, сейчас хочу вам ее сыграть. Называется она «Перейдем на тот берег». Вот. Ну, все, пожалуй. Можно начну заново. Было время, когда мы не видели звезд, были никогда не слышали пение птиц месяцами вдалеке от насиженных гнезд, и даже лучшие из нас падали ниц, но все равно шли на ощупь, шагами жизнь меря. Кто-то думал на юг, оказалось на север. Кто-то скажет напрасно, кто-то вовсе не верит, но мы идти продолжая. Перейдем на тот и подумать, сколько утекло с тех пор. Нет особого смысла, ее вступит ложь, разрушая догмы и ломая устой, как один против всех, словно в поле не воин. Кто-то скажет напрасно, кто-то вовсе не верит, но мы идти продолжая. Перейдем на тот берег. Шли дальше, не заметив потери бойца. А порой бывало, как овца в волчьей шкуре, мы боролись за правду, все мечтая о чуде. Кто-то скажет напрасно, кто-то вовсе не верит, но мы идти продолжая. Перейдем на тот берег. Недавно родилась у меня, и родилась именно как стихи. Не знаю, насколько получилось сделать из нее песню, потому что обычно, когда в голове появляются какие-то стихи, они подразумевают какую-то музыку. Здесь было совершенно иначе, такой не своеобразный для меня новый опыт. Вот. Но тем не менее, песня получилась так, как она получилась. Раз душа поет, ее надо петь. Вот. Песня называется «Молчаливая осень», но такое рабочее название, вот. А, как всегда. Наверное, осень у нас очень связана с депрессией, да, в жизни у каждого бывает осень, и надо ее преодолеть, но песня не депрессивная, я бы сказал наоборот, да. Вот я не очень люблю американское кино, но у меня один вот фильм смотрел, и мне запомнил, что там сказали, когда человек хочет стойкости, и он просит этого у Всевышнего, да, то Всевышний не дает ему стойкости, он дает ему препятствия, чтобы человек обрел стойкость, да. Вот, соответственно, и осень...
жизни каждого человека это, ну, можно назвать Божьим промыслом, судьбой, кармой, роком, чем угодно, да? Но важно этот период пережить и, несмотря ни на что, идти вперед и не отступать назад. Вот. Поэтому следующая песня. Немножко не та тональность была, честно говоря. Спасибо.